Здорово, критики. Многие до сих пор пишут комменты, вернее, новые появляются под самым первым видео по War Thunder, с ссылками какими-то, с гайдами, что типа «смотри, изучай механику». Блин, чуваки, ну хватит кидать мне свои гайды. Я в детстве, знаете, такие игры на Денди прошел, что большинство ваших гайдоделов бы джойстики свои там посъедало нахрен. А я справился, неужто с танками не справлюсь? Слушайте, я вообще вот так прикинул, я был топовый Dark Avenger на сервере Lineage, да, на турнире сервера третье место занял, почетное. Вот, тащил миды в Heroes of Nevert, ну это как первая дота, да, очень быстрая, быстрее, чем дота вторая, как бы намного сложнее игра. Вот, миды там затаскивал вообще со страшной силой. В картохе я неплохо довольно играл, да. Ну так, по статистике там выше среднего. Причем намного выше среднего. Ну и, блин, неужели с War Thunder без гайдов вот прям не смогу тут прям вот играть? Что за глупости? Короче, ладно, хрен с ним. Сегодня мы посмотрим два танка. Первый ИС-2, почти топовый. В топ его вытягивать очень долго, очень много опыта надо на все эти детали. По 15 косарей привозить. Ну, мне так кажется, потому что я уже 44-ку вкачал и почти ИС-2 на полдороге. Нормальный 44-го года, а этот все еще не топовый. Ну и Т-34-85. Тут говорить про эти два танка нечего. Ну, выполнены они, оформлены в едином стиле. Такие, знаете, хмурые советские танчики, которые идут немца гнать с земли, такие недовольные. Как Полли Робокар, только танки. Короче, говорить в основном тут про Т-34 нечего. Это тоже та же самая Т-34 Д5Т, только там задрот какой-нибудь редкостный отличит, заметит, что пушка там на 2 секунды быстрее стала там стрелять, или не знаю вообще в чем отличие, может двигло посильнее. И то сомневаюсь, вот в управлении и в стрельбе вот вообще точно тот же самый танк. Снаряды другие появились, во. Главное отличие. Ну а ИС-2 после... ИСа первого, это, конечно, прям земля и небо. Наконец появился ствол, который, если попадет, то реально имеет шанс сваншотить. Ну, броня чутка покрепче стала. Но все равно КОТ на этом уровне уже аналог ИСу этому. Я так понимаю, КОТ у немцев, да? У них там вообще три КОТ. Ну, КОТ, Королевский, Тигр. Тигр. А, вот, как бы, да, у них тут, короче, Тигр 2, это три подряд идут почему-то. Ну, разнообразие танков тут, конечно, не такое, как в картохе. Тут вообще временами не разнообразие, а вообще никакое. Вот, короче, и аналог, и сам вот этого второго, это получается Тигр. А что, у них танков меньше, что ли? Что-то не врубаюсь. Минуточку, что-то я завис. Да, это первая четверка. Первая четверка и второй. У немцев первая четверка это. Ну, Тигр П второй. И потом после этого еще Тигр второй. То есть, и Тигр, он и бронирование лучше, и пушка у него лучше. И мне кажется, он более такой. Ну, говорили, да, что он король своего уровня. Потому что лучше я встречу ИС второй, да. Я его хоть знаю, куда убивать. А Тигр второй в маску там, знаете, 50 на 50. Как бы пробьет, не пробьет. Ладно, так, я думаю, что... Начать надо с реализма. Но сегодня по-любому поиграю в аркаде, потому что реализм мне этот, честно, уже немножко притомил, блин. Ездить, высматривать противника. Тут еще карты в этой игре. Вот я в комментах недавно писал, что карты War Thunder делятся 50 на 50. На половине карт невозможно играть в аркаде, на второй половине невозможно играть в реализме. Но согласитесь, что полно таких карт, где в аркаде просто люди с базы до базы стреляют и убивают. Причем при этом, особенно на ПТшке там вот это. Я название карты еще не запомнил, короче. Там, где, короче, вдоль всего города река такая и два берега. И вот с берега на берег там, ну там речка такая, не знаю, что нассать можно там через нее. Но с берега до берега, короче, стоя на возвышениях, там люди друг друга... Ваншотят, блин, особенно из ПТ-х. Отврат, короче, полный. В Польше, опять же, в Берлине просто, я не знаю, я трубу шатал своего танка просто в Берлине. Просто вообще жопа полная, не уехать с базы, не доехать до боковых точек, потому что там прямой прострел идет через это поле. Вообще, сука, бесит неимоверно. Вот сваншотят тебя, да, там, с одного конца карты на другом. Ты думаешь, да пошел в жопу этот аркада, пошла она нахрен, сидят одни додики. По сути, вся игра это этот, следить за цветом прицела и ездить, блин. Пошел, пойду в реализм нахрен, там нормальные мужики играют. Заходишь в реализм, тебя убивают из кустов, да, невидимый враг. Ты думаешь, да пошел ты в жопу, в аркаде хоть в кустах не сидят, чмошники.
Короче, как-то я не знаю, мне кажется, этой игре нужен третий режим, что-то среднее между реализмом и аркадой. То есть, чтобы все было как в аркаде, только без крестика прицела, чтобы вот чисто, ну, пробивали визуально друг друга. И все, будет отличная игра. Более-менее. А то тут какой-то реализм совсем реализм, а аркада совсем аркада. Как бы, не знаю. Надо какой-то переход сделать. Я считаю. Слышал, да, эти комменты, что раньше, типа, в реализме были маркеры цели, потом их убрали. Вот нахрена убрали-то? Надо же понимать, что основная публика игр — это дети. Детям надо делать попроще. Тут нафига. Если на первое время мне казалось, что в War Thunder одни взрослые дядьки, то сейчас из деревенских ссылок Алёшки приезжают, короче, куда их ссылали на лето к бабушке. Вот, голодные до компьютера, до War Thunder. Хотят просто гайдов посмотреть, матерых таких, заходят на мой канал. У меня не гайды, а это... бои такие раковые. Оп. Ай-на-не. О, еще и пробил, да ладно, нихера себе. Вообще это чистый рикошет был, на мой взгляд. У него же броня-то наклонная. Ну как я его увидел просто? Это просто Чингачгук, сука, змеиный глаз нах. Среди пальм увидеть камуфляж желтенький. Сейчас он тут куда делся. Тут бы из пулемета, как Шварценеггер в фильме «Хищник джунглей», покосить. А вон он стоит. Получив пятку, ахиллес. Нет? Оу. Да этот олень еще и начал отстреливаться. Еще из пулемета решил добавить. Но это оптимист, конечно. А, он джунгли выкашивает, чтобы я его лучше увидел. Сколько я уже настрелял. О, 100 опыта, ёптать. Прям вообще могучее. Да, отправляйся в ангар. Из клана какого-то бумп. Ласточка 89 была подбита предательским выстрелом из деревьев. Да, я могу по кустодрочить. На запись я понял, всем нравится смотреть, как нагибают. А, пофигу, смешно, не смешно. А чтобы нагнуть, надо сидеть в кустах в этой игре. И я это уже не раз говорил. И сами вы все это прекрасно знаете. Откуда пульки летят? Ага, едет что-то там. Или графика лагает. Непонятно. Это что такое еще нахрен? Это кто такой дерзкий там, а? Нихера не видать. А вот у чувака, видимо, явно отключены кусты. А-а-а! Ах ты, блядь. Упоротый. Да, и искры эти, то есть осколки внутрь в кабину влетели. Чисто как раз ему кто там в башне заряжающий, наводчик, самых важных пацанов. Стрелять, колотить! Господи, да минит меня чаша всея. Заряжайте, на помощь, команда, утырки. Ненавижу вас, будьте прокляты. А! Наводчик ранен. Ёб твою мать, наводчик. А чё перезарядка-то с... Блять, вот обратите внимание, что по карте здесь стоят где-то мои два союзника. Абсолютно два утырка. Блять, да а почему перезарядка-то с нуля началась? Я вот вообще не понимаю, почему перезарядка-то? С какого хрена? Куда? Он по мне так выстрелил, что у меня, блядь, заряженный снаряд из пушки выпал, что ли? На пол там ёбнулся. Хорошо не сдетонировал тогда. Хорошо танк не взорвался. Обосраться, блядь. Союзники нахрен. Я надеюсь, что... Надеюсь, что сейчас он вашу маму, блин, победит точно так же, как меня уделал. Нахрен стоять там, откуда ни черта не видно. Выпороток, сука, недоделанный, блин. О, боже мой. Сука, как я зол. Господи, какая, бля, команда. Ёпта, аутисты, я говорю, приехали из деревень, короче. Все, это просто World of Tanks начинается, реально. Вот Алёши попёрли, просто оленизация дошла. И до режима реализма, ёпты, дошла уже. Все, олени уже в аркаду не играют. Они все здесь, нахрен, мочат. А вот эта перезарядка вот у этого ИСа второго, это вообще бич этого танка. Я вообще говорил уже, да, и не раз, что здесь скорострельность оружия очень важна в этой игре. То, что пушка ваншотит, тут все ваншотят. Это вообще ничего нового в этом нет. Нужна еще и скорострельность, как бы, чтобы шанс ваншота возрастает.
не единовременного ваншота, а со второй плюхи, там, с первой кританешь боеукладку, со второй подорвешь окончательно. Поэтому у Тигра второго пушка даже лучше, чем у ИСа. Да, она, может, с первого раза альфа и не так сильно сносит. Тем более, что это в картошке там есть у пушки стабильный дамаг, вполне понятно. Тут дамаг вещь субъективная. Поэтому, как бы тут я за скорострельность как-то больше, чем за альфу. Ну и где это? Пантера обоссанная. Вот это не она стоит. Померла что? Наверное, жопа треснула. А, нет, это тигр. Наверное, жопа треснула от того, что ИС второй забрала. Вообще, вот СТшки у немцев, по-моему, похуже, потому что мою 44-ку... Ну ладно, о 44-ке потом поговорим. Короче, я пантер в башню прям пробиваю, это вообще... Я, для меня, как игрока из картошки, короче, то, что танки бьются в башне, это дикость полная. Здесь корпуса, вроде броня-то тоньше, корпус ни хрен пробьешь. Даже в люк мехода. Точнее, даже, собственно, люк мехода — это вообще самое бронированное место в этой игре. Вот. А в башне вообще ваншотится в маске орудия — милое дело. Постоянно. О, ну нифига себе, какой вездеход. Короче, они базу отбивать не планируют. Все понятно. Это, короче, победа. Какие-то вафельки попались против меня в этом бою. Да, я ничего и набить не успел. Да на ИСе втором вообще набить ничего не успеешь. С такой перезарядкой. Он такой набиватель, просто обалдеть. Это чисто, знаете, как ИС второй качать? Заходите в реализм, убиваете одного врага, за это вам дают 1000 опыта без према. Тем примерно, блин. И все, и в следующий бой. Вообще, на ИСе, конечно, можно вершить дела, скажем так. В аркаде я, например, в каком-то... Вот я про эту карту говорил. Вот ее я ненавижу, просто говнище. Сейчас, если, блин, еще по разным сторонам поставят, это вообще жопа. Вдоль этой карты еще можно играть, когда база в разных концах города. Но если с берега на берег, вот так еще нормально. Но с берега на берег полная жопотень. Короче, на ИСе в город в какой-то там заехал. У них около базы, они как раз выезжают, а я за домиками стою. И чисто количество фрагов тогда у ИСа при таких, ну, когда эти прикрывают еще, при таком благоприятном стечении обстоятельств, потенциальное количество фрагов ограничено только скоростью перезарядки, на самом деле. Потому что очень страшно он начинает разбивать. Выстрел в борт из ИСа второго — это смерть стопроцентная. Но... все равно такие стечения обстоятельств ультраблагоприятные бывают, ну, очень редко у него. В основном, то есть, вот как было, да, встречаешь пантеру, тебе сразу выкритовывают какого-нибудь наводчика в этой башне, блядь, которая просто создана для того, чтобы в ней люди умирали, походу. И все, и становится беззащитным, да. Если ты, то есть, один на один встретил танк, и ты его почему-то не убил, не сваншотил этой пушкой, да, начинаются твои 25 секунд перезарядки или сколько там. И все. Ты считай, умер. Если не убил, то ты умер. Ну, если ты, конечно, тоже... Можно ему удачно так тоже вынести экипаж, в принципе. Но все равно у него экипаж быстрее очухается, чем твой танк перезарядится. И такой воин такой сердитый с топориком. 44-ку классно раскрасить удалось. У нее там ровная плита спереди. Ладно. Так. За мосты, интересно, я успею? Тоже говорят, что вот этот прицел, типа, удобный. Как? Чем он удобный-то? Ни хрена не видно. Далеко вообще не выстрелишь. Эй, отбой. Отбой. Чувак, соблюдай дистанцию. А, я понял. Я у него спонсор, то есть я еду снаряды собирать, а он добивать приедет. Типа план такой, да? Ни хрена подобного. Я сейчас съеду на береге с твоей... на берегу с твоей большой дороги. А я думаю, а чё он не обгоняет? У него ж танк быстрее. А нахрен ему надо? Вот это чё в тени? То ли куст, то ли танк. Не всегда. Да задолбали ваши смс-ки, пошли. О, чувак поехал. Поехал атаковать. Не-не-не, ну в баню. Меня там уже чпокнули пару раз. Я туда больше не ездок. Я где-нибудь тут в домах предпочитаю затеряться. Как-нибудь. Самый верняк — это как-то в тыл врагам выйти. 3-4, конечно, в борта не так люто ваншотит, как ИС. Но вообще я бы сказал, что ваншотит, по-моему, редковато. Вот 44-ка ваншотит. Вот прям вообще чудовищно ваншотит. О, он кого-то убил даже, нихера себе.
Наверное, ему просто дико повезло. Встретил в лесу аутиста-шатуна какого-то, который педали путает. И лагает. Так, в этот раз тут никого нет. Че, опять халявная победа будет? Надо было активировать золотой пари. А, нет, я его уже на днях проактивировал, блин. 50 голды выиграл, обалдеть. Когда активируешь, я заметил эти всякие пари там на золото и серебро. В игре включается механизм угнетения. Тебя такие команды закидывает, просто офигеть. Спецотряд «Королевские лоси». Добро пожаловать. Попробуй выиграть хотя бы пару боев. О, фига себе, это серьезно. Ну видите, ну где ваншот-то? Ну, начинается снаряд. Сейчас посмотрим, на что способна моя артиллерия. Ух, бог войны, давай. А, бог войны, скорее, это тигр, который там стоит. Пулемет немецкий танкиш. Под калиберным, что ли, ему втащить? О, как он умер все-таки, обалдеть. В то же место. Я, наверное, там уже снарядами дырку в башне проковырял, короче, и вот этот уже нормально влетел. Выбил страйк из экипажа. Жалко, что здесь не реализованы, по-моему, эти переговоры танкистов на разных языках вроде как. Или... чего-то не хватает, короче, такого привычного уху картоховеда. Ганс, Ганс, как ты? Ульрих, я ранен. Найн, найн, найн. Шайсе. Проклятый коммунистен, отстрелить мне ноги. Ганс, я заберу твои сапоги. Тихо, тихо, тихо. Кто-то. Никого. Он что, тут с пехотой перестреливался? Не-не-не, быть такого не может. Он сдриснул, наверное, влево или вправо? Влево. О, боже. Почему? А, это был не наш чувак. Отлично вообще. Да-да, ласкай меня. Ой, лох, вот неудачник. Быстрее, быстрее, Иван, крути этот. На, сука, гол престижа тебе, тварь. Да, тигр, конечно, чудовищно в лоб пробился. Я не знаю, почему так случилось. И он мне тоже уже дырку проковырял в броне своими снарядами. Стрелял бы хоть в разные места. О, у него тоже отверстие. Солидно, солидно. Так, дайте-ка я поеду отомщу ему нахрен. Че это с танком с моим? Че это вот так скрючило? Так. А, вот его и добили, по-моему, да? Тут не пишут, кто на каком танке. Ну, сейчас опять. Вот на этой карте постоянно в реализме где-то теряется пара врагов и сидит до самого конца вот этой строчки, то есть минут 5, минут 10. Еще этот танк 3485, я не знаю, кто его нахваливает, но он очень медленный. В динамике он вообще никакой. Смотрите, по прямой 35 километров еле едет. Вот 44-ка, она прям из-под жопы рвет, я не знаю, я с места так стартую, что там танкисты чуть не вываливаются просто из кабины. С места рвет отвал ствола просто. Иногда по прямой снаряды свои догоняю, которыми на ходу выстрелил. Подталкиваю, знаете, так, чтобы они быстрее летели. Так, где же этот тигрик-то, а? Без экипажа, блин. У него, походу, танк это трансформер десептиконов, потому что экипаж там помер, а танк в бою остался. А, вот его добили. А, дерьмо собачье. Ну и где-то Клапсток какой-то и ЕК Граугер Вольф 6, блин. А, 7. Наш такой ник вообще. Грайер Вольф 7. Наверное, какой-нибудь опять малоизвестный танкист легендарный, блин.
как бы там, не знаю, как у вас, а в картошке, знаете, сколько вариаций ника Курт Книспель, просто обоссаться. И Лавриненко. О, а, я жду мотовраг. Нифига рефрижератор. Там, наверное, мясо замороженное возят, да, в этом танке. В этой ПТшке. В картохе тоже такая есть. Колода. Где он стоит-то? Да ну нахер, ёб твою мать! Отлично, все. И избивать его некому и нечем. Самолет с одной единственной бомбой. Да, коротко, за что я обожаю реализм. Все-таки в реализме как-то мало движухи какой-то, не знаю. Постоянно все боятся ехать, боятся действовать. Поэтому мне кажется, что для летсплеев реализм не очень подходит. Возможно, лучше обстоят дела со стримами. Но как-то, я не знаю, смотреть в записи такие просто реалистичные бои, где там можно полчаса в кустах стоять, там, не знаю, или сдохнуть в самом начале. Как-то не круто, короче. Блин, а чё я? А, все нормально. Привык уже к тому, что у меня 44-ка вот здесь на месте БТ-5. Ну давай, хвала лагать. Многие, один человек написал, что качество очень хреновое на Ютубе, но, во-первых, это Ютуб сжимает, во-вторых, попробуйте методом как выключение от блока, знаете, как включение рекламы, то есть нажать в строку комментариев, кликнуть, тогда страница обновится, то есть ютубовская ссылка станет не HTTP, а HTTPS, и это реально, я реально проверил, это реально улучшает графику видео, реально улучшает качество. В битрейдах. Раньше я тоже не врубался. Почему у меня все так хреново? А потому что у меня HTTP ссылка забита. Надо HTTPS. Короче, ну вы поняли, да? Либо лайк какому-то комменту под видосом поставить. Можно самому видео тоже ставить. Вообще не запрещается. Вот. И в строку комментариев тыкайте. И страница должна обновиться, короче, если у вас там есть глюк. Не знаю, нахрена YouTube выпендрит с этим доменом. Из-за этого видосы, короче... Ну, с вот этой HTTPS со своей гребаной... Из-за этого видосы, короче, на форуме хреново грузится, приходится вручную переписывать. Ну это бот. Вообще не интересен. Бот не бот, а стреляет-то громко. Где ПТХ-то? Я вижу на карте, что здесь есть ПТХ. А, вон он, тоже бот, понятно. А вон игроки пошли, смотрите-ка. Ну, конечно же. Ненавижу советские танки в этой игре за то, что ствол у них вниз вообще не опускается. Это настолько, блядь, мерзкая черта у них. Реально дебильная просто, вообще, которая бесит. А немец чуть-чуть высунется, ствол нагнет, выстрелит. Блядь, чтобы на советском танке ёбнуть по врагу, надо вылезти, сука. Полный рост, блядь, с голой грудью, нахуй. Крикнуть, блядь, за Сталина и гегей, после чего пушка, глядишь, вниз опустится, и можно будет из нее куда-нибудь, блин, шмальнуть даже. Обалденно. Вообще просто супер. Как конструкторы советских танков не предполагали, что будут какие-то немыслимые игры, в которых надо будет ствол танку опускать. Перестрелка с ИСом вторым, это, конечно, круто. Он косой, а я не пробиваю. А что у меня? А, казённик, шмазённик. Ну, давай. Можешь меня, в принципе, добить, мне похрен. Ремонт все равно, походу, будет долгий. Очень-очень долгий. Да-да. Они, кстати, по мне стреляют, а мне опыт за это дают. Прикольно. Чувак, поддай из пулемета-то. Во! Нормально, смотрите, опа, еще 5 опыта прибыло. Это фарм опыта, мастер-класс по фарму опыта. А сейчас я им в ответочку. По ИСу, по этому, который меня бесит. Понял, подтверждаю огонь! Ну, все, танк отремонтирован. Офигеть. Еще мимо, смотрите, еще 10 опыта отбил. Теперь можно вылезти, пока он разрядился. О, что-то даже повредить удалось. Офигенно. Теперь перезарядка у меня, как у КВ второго, конечно, не очень круто.
Ну что там? О, разрядился. Ну, блин, пока я заряжусь, надо будет его еще раз разряжать уже. О, неужели самолет кто-то помочь решил? А, не, охеренная помощь. Болбан, болван, блин. Да, добили. Негодяи, как жаль, как жаль. Вообще, я на этой карте играю раз в неделю почему-то. В основном Польша и Берлин у меня выпадают. Так, в жопу это устье реки сраная. Там, походу, говенное место. Судя по тому, что туда никто не едет. Посмотрите, как карта так классно сделана, что 90% людей просто воюют в городе. Интересно, с чего бы. Искусствовед. Нахрена тебе звание искусствовед, блин? Командная работа. Мне еще нравится то, что в этой игре, короче, дают тебе напарника случайным образом, совзводника. И когда он убивает, тебе еще денег халявных дают. Там бывает дают чела, который фрагов 10 прям вывозит. 3000 серебра за это получаешь. Шикардос. О, нифига себе. Не, я хочу на бомбардировщик на нормальный накопить. Ракеты в этой игре авиационные говно. Заявляю официально, потому что вчера в Тигр второй в упор из самолета 4 ракеты всадил, уже падая на него просто. И он так и не сдох. Я не понимаю, что сути реактивного снаряда здесь как бы вообще никакой. Отврат, по-моему, полнейший. Вдобавок с истребителя невозможно стрелять и улетать после этого, потому что ракеты, ну, очень косые. Они в цель вообще не летят. То есть в кого-то ракетой попасть только можно либо случайно, либо пожертвовав своей жизнью, мать его. Ёпты, как далеко ехать? Ну где враги-то уже, ё-моё? Чё за Хюргенский лес? Хюргенский. Ёпта, говорят, еще Россия большая. Вы посмотрите на эти бескрайние немецкие или австрийские поля. Да, красиво все-таки вот тут все это взрывается. О! Пердак кого-то бомбанул. Так, 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 так. Ну я уже на базу доехал. Сейчас меня, значит, сваншотят. Вот когда так никого долго нету, я начинаю ехать все быстрее вперед. Внимание все меньше на карту. А там какой-нибудь чмошник за домами стоит обязательно. Опа-на. А вы что это тут делаете, господа? 3-4 мой союзник просто слепошарой. Ой, бортом нахрен надо. Лучше под М-18 подставить лоб, чем борт под... О, она сдохла? Нет. Она сюда даже не смотрит. Ну, я считаю, чувак, что ты у меня спиздил, как бы, этот фраг, который я караулил, блядь, 2 минуты стоял. Просто взял, и вероломно ты его, сука, скрысил. Меня, мать твою, из-под носа. Чувак, я тобой недоволен. О! А, катапультировался мой союзничек отсюда спереди, смотрите. Был пацан и нет пацана. Отстойно как все. Ну и вот и как тут из-за... Если тебя караулят за домом, ты каким образом можешь высунуться и проверить? То есть не подставив борт, не подставив там лоб в уязвимых местах. А здесь уязвимые места просто повсюду на танке. И мне тут трудно сказать, куда танк не убивается. Кстати, что любопытно, что здесь наоборот картонные танки из картошки стали бронированными. Чисто случайно он сдох. Я вообще не ожидал, что пробью у него эти экраны. Думал, как обычно, рикошет, там еще что-нибудь. Вот, короче, Фердинанд и Яг-Тигр. Я в картошке не знал такого места, куда они не пробивались бы. А здесь они прям такие несокрушимые соперники. И смертоносные, как просто, я не знаю. Смертоносные, как, стука... Стамеска в руках у идиота. Странное сравнение. Блин, 4 бомбы. Ну нахрен мне 4 бомбы. Это что за самолет, который летит что-то бомбить с 4... Ну, бомбы здоровые, с другой стороны. Но с 4 бомбами, ё-моё. Это парашютисты что-то тут летают. Я что, еще десант где-то вываливаю попутно?
Так, ладно, чувак, первый пошел. Второй пошел. Пощель, пощель. Посмотрим камеру. Хрена лысого, да? Пощель, пощель. О, тигр все-таки, смотри-ка, бомбанул. Ай-яй-яй-яй, ЗСУ, ЗСУ, пошла в жопу зенитка. О, вот это жирно вообще сейчас будет, смотрите. Раз, два, для вас ничего не жалко, пацаны. Удачи, сука, с праздником. Смотрим, ну, давай. Давай, ну, ну. Ах, разбежайся, разбегайся. Ай, что такое, попадание? Как попадание? Вот дерьмо. Ну, они, конечно, дриснули-то по-шустрому. Просто по-рыхлому они такие оттуда слились, короче. Унесли свои тощие задницы. Да, ну в аркаде, конечно, ИС нормальный вообще. Хорошо просто, когда в аркаде ты не встречаешь королевский тигр против себя. Всех остальных он вообще нормально укладывает. Вообще там, конечно, такое нормально. Вот первый ИС это вообще эталонное говно, а второй вот прям вот он вообще нормальный. Ну вы понимаете, да? Тут хотя бы ствол нормальный, господи. Если не броня и не двигло, то ствол хотя бы что-то выносит врагов. В отличие от того, этого палочки для от чупа-чупса. Так, стоперик. О, повезло. Кого это? Тигра второго в башню удел. Но когда тигр второй щеки свои развешивает, это хорошо. Но просто проблема в том, что тигр второй прицелится раньше в меня и раньше шмальнет. А учитывая, что мне в щеки целить не надо, мне достаточно вот в этот фартук мочкануть. Но тут фартук, конечно, 50 на 50. Я вот других ИСов вторых в него не пробиваю почему-то из этого ствола. Ай, ай, ай. Что-то меня в последнее время стал артиллерийский удар убивать, хотя вообще не пробивал никогда. Странно как. Так, бомбанул. А, все, бой закончен. Даже захватить ничего не успел. Ну, 5 фрагов. Ну, в аркаде-то я уже приловчился нормально все делать. О. Ай, поторопился. Думал, время кончается. Думал, ну, у них петюлька времени, а мы базу у них последнюю отобрали, я думаю, сейчас или никогда. Да, выстрел крайне позорный, я согласен. Надо гайдов, блядь, посмотреть срочно. Куда стрелять, блядь? ПТшки в борт. Так, и еще одно аркадное побоище, как ни странно, снова на этой же карте. Ну, надо реабилитироваться, показать мощные СТшки. Как обычно, в начале начинают появляться игроки перед носом и начинает что-то все подлагивать. Не очень круто. Блин, но, в принципе, закидывать какие-то обходные сложные маневры дальними какими-то ходами на 3-4 довольно геморройно, она медленная. Ну, вот с горки она съехала 40, сейчас, смотрите, с дорожки да на травушку, и сразу 35, потом сейчас в горочку вообще 20 будет. То есть, она скорость теряет прямо на ходу. То есть тут есть такие танки, которые носятся вообще по любой поверхности. Луноходы такие, блин. Ну, луноходы, потому что здесь все карты похожи на поверхность луны, поросшую травой и кустами. То есть только кратеров не хватает. А так все такое же горбатое какое-то, что-то какие-то, блин, не знаю, ямы, горы. Где вообще, где такая местность? Где такую местность видел разработчик, чтобы там еще и на танке воевали? Ужас какой-то нахрен полный. Так. Даже не знаю, суваться ли в город или... О. Где-нибудь вот здесь, наверное, захватчик стоит. Сейчас посмотрим, на что способна эта артиллерия. Единственное, что, блин, опять же, ну ствол вниз не опускается. И так бы я вообще молчал про ландшафт этих карт, но когда ствол не опускается вниз, такие карты, как Кубань, как бы это жопа полная. То есть на советских СТшках в Кубани, я считаю, делать нехер. Карта чистая для немецких тяжей. Чтобы высунуть, ствол нагнуть, бахнуть. Цель не получила повреждений. Есть! Ну почему не ваншот? Ну ваншот же должен быть. В башню же так каморным снаряд, каморным этим, или как неправильно. Конечно, это, блядь, типичный рикошет. Вы что? В борт танку. Как его? Это вообще непробиваемая хуйня. Реализм зашкалил просто. А в этот раз пробил в то же самое место.
Реализм, пацаны, вот в реале так и было. Не доточили там, а этот снаряд на заводе. Все, он не может пробить. Мне что интересно, мой танк вообще убивает кого-нибудь или он такой калечащий? Ну хоть добили за мной. За криворуким. Я просто охреневаю с этой пушки, я не знаю. Кто вообще считает, что Т-34-85 в этой игре это стоящая машина? Да ёб твою мать, ну тебя тут не хватало. Русский колесный трактор приехал, сука, еще и бот. Еще и второй бот, вообще, блин. Охуел, что ли? Еще и поджег. Еще и как бот вообще пробил меня? Я думал, они для красоты в этой игре. Вон там какая-то мышь, кстати, стоит. Дважды мышь. А кто его убил? Черт. Мне нужен один фраг, и чтобы нам... Как там, на бобре полетать? Вы всех бомбардировщика, да, бобрами тут кличете? Я же ничего не путаю. Интересно, они меня уже видят? Да, фраг, блядь, конечно. 10 фрагов. Не на этом танке мечтать о фрагах. Ох, не на этом. Ну вот, в Б-укладку попал. Ну чё она не взорвалась-то, ёпты. Камерными стрелять. Да говно этот камерный. Лучше подкалиберным на вылет пробивать, наверное. Я вообще не вижу, как он там стоит. А, ну теперь... Ну, конечно, нет пробития, что нижний лист. Это ж монолитная суперплита. Отменной булатной брони. Наверное, чтобы эту броню отлить, кольчуги богатырские плавили. Опять в борт, опять ничего. Артиллерия, огонь по квадрату! Принято, артиллерия, огонь! Ну, загорелся хоть? Там же бак вроде бы, нет? Не загорелся, смотрите, пофигу. Вот, правдоподобно. Почему как бы менять Т-34 ваншотят всегда? У меня прям, чтобы кого-то из нее сваншотить, это я не знаю. Это довольно сложный такой творческий процесс. Сейчас активное воздушное сражение закончится нахрен. И мне дадут, кстати, ой, я на втором месте. Не так и плохо. Так, а вот Ил-10 долетался. Следующий я на очереди полетать. Прикольно. Помощь уничтожений кого-то. А, М6 только сейчас добили. О, а, бота. Да, понятно. Это вообще не фраг. Сука, и против меня враг на истребителе. Враг на... А, о, и ЗСУшка против меня. Вообще. Одна тут ездит где-то по... Да, но походу ЗСУшке ничего не достанется сейчас. Где-то здесь она будет. Блять. Я что-то перенервничал, учитывая, что за мной самолет летит. Да ёб твою медь. Не сфартило. А где там зенитчик-то было? Где-то там. Оттуда самолет прилетел. Ну, конечно, не нанес. Моя артиллерия говно. Вот по мне, походу, из ядерных ракет постоянно стреляют. Постоянно вваливают мне. А мои арт-удары постоянно не получили, не нанесли, ничего. Не смогли, не попали, блин. Я просто в кучу врагов сейчас просто кинул, и ни хрена. Чувствую, не дадут мне доехать до ПВОшечки. Опа. Я что-то не понял, почему сейчас крестик не менял цвет. Багованный кусок дерьма, потому что, видимо. Пошла в жопу от меня, тварь. И выстрел такой просто косейший. У меня, наверное, наводчик мертвый. Но так только мертвый, потому что стрелять может. Живой бы со стыда умер после такого выстрела. О! СТ-шка. Где? А, твою мать, бот опять. Пошел ты в жопу. Знаю, как эти боты стреляют. А зенитка, смотри, куда уехала, а?
Я его из принципа сейчас найду там и жахну. Союзные войска захватили точку. Да где ж тут сдохнуть? Кто меня здесь убьет в тайге, если только медведь задерет? Вот зачем он слился об зенитку, я не понимаю. Зачем? Где это говно, блин, а? Охренеть, вот чувак играет, и не впадло же ему сюда тащиться-то было. Думает, спокойно, типа, сейчас тут повоюет, постреляет, а тут я приехал. А, его убили? Хорошо, согласен. Пошло в жопу. Я не поеду обратно просто из этой сраной тайги.